Здравствуйте, дорогие, кто зашел на мой канал Вероника Рома 777. Я сегодня хочу с вами поговорить про тему коронавируса. Да, эта тема, наверное, уже достала всех, и, в принципе, так оно и есть. Это тема, которая специально давит и бомбит наши тонкие тела. И, в общем-то, здесь, наверное, даже не только про коронавирус, а, в принципе, про вирусы как в целом. Вот смотрите, когда бомбят наши тонкие тела различной информацией, и в том числе у нас чисто подсознательно начинают вылезать страхи, опасения, да, это разрушает наше тонкое тело, вот просто тонкое наше тело, создавая в нем просто дырку. И вот в эту дырку уже начинают засасываться вирусы, и даже если вы ничем не болеете, вы начинаете ощущать какие-то на себе симптомы. Вы вообще, в принципе, становитесь очень уязвимы для того, чтобы реально заболеть. Я думаю, что вы не хотите болеть, правда? Поэтому я предлагаю вам работать и делать гигиену своих тонких тел. То есть, вот то, что вы делаете сейчас физически, постоянно моете ручки, да, обрабатываете всякими санитайзерами, это очень правильно, это очень нужно. Но гигиена должна быть и внутри. Что делать для того, чтобы провести вот эту гигиену внутреннюю? Для этого мы начинаем работать с эфирными маслами. Мы начинаем работать с определенным маслом, которое будем использовать, сейчас расскажу как. Это масло мята перечное. Вот это масло настолько уникальное, оно работает непосредственно с тонким нашим телом, и оно чистит его. В первую очередь оно возвращает нам целостность. Целостность, как бы штопая нашу ауру и вот эту вот дырочку, куда проник вирус, зашивая и вымывая оттуда этот вирус. Но здесь работа такая не одного дня. И она должна быть со всех сторон. Помимо того, что оно будет работать с нашим внутренним, да, с нашим тонким телом, оно должно поработать и снаружи. А снаружи это значит с нашим пространством. Для того, чтобы почиститься, нужно чистку провести полную. В первую очередь мы проводим чистку нашего дома или места, в котором мы находимся. Для этого вы просто, как обычно, да, что вы делаете? Моете пол, протираете пыль. Просто добавьте туда несколько капель мяты. Вот, например, ведро воды, где вы собрались мыть пол, и там средства какие-то, да, добавляете несколько капель мяты и моете пол. И это поможет вам на тонком плане убрать лишнюю информацию из вашего пространства. Информацию от других людей, от каких-то вот этих вирусников, это все убирается, чтобы осталось только ваше и больше ничье. Все, значит, это мы эту гигиену проводим в пространстве. Потом нужно поработать с вашим местом, на котором вы спите. Вообще, пока мы спим, в принципе, вирусы не спят, да? И очень часто бывает, поспишь, утром просыпаешься, такой, заболел, кашель, что-то горло першит. Так вот, работайте с вашей кроватью. Вам нужно просто побрызгать вот это масло эфирное на простынь, подушку, одеяло, по углам кровати, по четырем углам, да? Это будет своеобразная ваша защита. Она создает эфирную защиту на тонком плане. То, чего мы не видим вашими глазками, но это видится другими, ну вот этими вирусами, понимаете? Вот, это будет определенный, как, ну, хотите, купол или что, да, но это пространство вокруг вас, оно будет насыщено необходимой информацией, содержащейся в эфирном масле мяты. И это будет информация работать. Пока вы спите, оно работает. И защищает вас, и чистит, чистит и чистит. Что еще нужно сделать? Аромалампа с мятой перечной. Я рекомендую вам в состав мяты перечной, так как 100%, когда вы болеете, когда вы чувствуете, что вы разбиты, вы не цельные. Ну, то есть, вот поговорили с каким-то человеком, и как будто отток энергии у вас произошел. Побывали в каком-то месте, и вас как будто высосали. Первые признаки, что вам охота поспать, усталость такая какая-то, ничего не хочу, лень, грусть, такое. Все, первым делом вам нужно
во-первых, очиститься, а во-вторых, вернуть ресурс, вернуть необходимое бодрое состояние и энергию, и выстроить свои границы, да, тогда вы берете состав мята, перечное, эфирное масло, лимон и апельсин. Зажигаете аромалампу, капаете туда вот эти три вида масла по чуть-чуть. Я не могу сказать вам, сколько капель, потому что я не вижу вашу аромалампу, я не вижу помещение, в котором вы находитесь. Чем больше помещение, тем больше масел, ну, капелек. Чем меньше помещение, тем меньше масел, иначе вам, ну, будет как-то тяжело дышаться. Все. И просто пусть в вашем пространстве работают эти три аромата, и они, вы увидите просто в ближайший вот прям момент, вот будете такие разбитые. Поставите вот это, включите, и вы не заметите, как очень быстро на тонком плане у вас вдруг поменяется настроение, появятся какие-то силы, энергии, вам захочется что-то делать. Вы уже перестанете думать об этой ситуации, или говорить, или раздражаться на нее. Все, она будет просто выходить из вас. И очень естественным образом, чтобы вас не, ну как бы, чтобы наоборот вас цельным оставлять, а не рушить вас. Вот. Есть еще моменты, когда нужно работать со своим пространством, и это более серьезные уже моменты, и чиститься, да, но это прям глубже мы пойдем. Но то, что я вам сказала, это очень доступная для вас информация, и вы всегда можете в любом магазине купить вот три вот этих масла, они всегда есть, вот просто всегда. Дополнительно чай с мятой пейте и с лимоном. Очень круто будет помогать. Или просто водичка с мятой и лимоном. Но только ей обойтись не получится, потому что придется пить много, и вы будете просто много писать. Вот, поэтому сделайте то, как я вам сейчас говорю, с вашим пространством, с собой. Дополнительно можете наносить мяту просто себе вот, ну, куда-нибудь, как духи, знаете, на запястье, сюда, чтобы это все время было с вами. Если чувствуете, что у вас уровень тревожности сейчас зашкаливает, используйте мяту, она вас будет успокаивать, вы начнете спать, вы начнете расслабляться, ментально расслабляться, и главное, чиститься. Все вот эти вирусы, которые нам сейчас активно навязывают, они будут из вас уходить, но фишка в том, что эти вирусы можно подхватить, ну, чисто себя запрограммировав, да, как эффект плацебо. Кто-то сказал, у меня першит в горле, вы очень много об этом наслушались, у вас запершило в горле, особенно если в вашем окружении есть люди, которые, ну, там, обращались уже к врачам, или, ну, как-то так, да, вот, уже приехали откуда-то из поездок, и вы думаете, а вдруг там болен, или вот вы прошлись по метро, и там 100-500 человек, один кашляет, другой чихает, и все такое прочее, или там кондиционер думает, ну, много вариантов, и вы начинаете очень сильно паниковать, мнительность возрастает, аура ваша просто разбивается в разы, и на мелкие щепки, и в дырки, поэтому давайте ее восполним, заполним, и если вам какая-то нужна еще более тонкая информация, то вы обращайтесь ко мне, и я вам расскажу. Никаких сегодня раскладов не будет. Вот, если у вас есть какие-то идеи по раскладам, темам, пишите здесь в комментариях, либо напишите мне лично, здесь в описании есть мои контакты. Я всегда рада сделать для вас какие-то расклады. И выздоравливайте, не болейте, никому не позволяйте разрушать вашу ауру. Давайте быть цельными. Всем пока!